Температурная аномалия продолжается. В республике уже практически месяц показания столбика термометра отклоняются от нормы. Ранее специалисты утверждали, что тепло придет в Татарстан в конце минувшей недели. Однако обстоятельства изменились. В ближайшие дни температура упадет до 24 градусов со знаком минус. Такие возмущения в барическом поле возникают вследствие того, что одни участки земной поверхности отличаются по температуре от других. Так, например, Атлантика, она является таким генератором циклонов. Также акватории морей тоже могут являться такими вот очагами для формирования циклонов. Говоря о месяце в целом, пока действительно месяц, первая половина месяца оказалась аномально холодной. Аномалия составляет около 4 градусов, минус 4 относительно нормы. Так, например, средняя температура последней декады должна составлять около минус 5 градусов, в то время как она составляет около минус 9 градусов. Эксперты уверяют, процесс протекает абсолютно естественным образом. Никаких вмешательств со стороны человека здесь нет. Однако в ближайшее время возможны новые аномалии. Метеорологи предупреждают, точность прогноза высока лишь на ближайшие 3 дня. Маргарита Михайлова, Универньюз.